Всем привет, с вами Драманиндрин, это маленькое видео, которое поможет вам слегка разнообразить вашу игру. Собственно, вы сами, наверное, уже, думаю, поняли по названию, это разговор про акцию, которая проходит в Dark Souls, или ивент. Чтобы понять, что это за ивент, нужно прийти в Маджулу, появиться в Маджуле, и теперь давайте направимся в дом нашего картографа, который он занял на время. Этот ивент будет проходить примерно, ну точнее не проходить, а проходит с 1 июня по 22 июля. Собственно, привет, парень. Чтобы получить предметы от этого ивента или акции, нужно спуститься здесь в подвал, где мы убивали скелета и забирали осколок с Эстусом, и подойти сюда. Здесь будет лежать сундук. Он должен быть закрытым, и в нем будет, ну, будут лежать разные предметы. На данный момент в нем лежит, по-моему, 5 разбитых красных очей для вторжения в другие миры. Собственно, каждую неделю, по-моему, лут будет обновляться. Не уверен, каждый день ли обновляется ли он, или это всего лишь 5 предметов, или какие-то вещи только на неделю. Так что дерзайте, пытайтесь найти эти вещи. До 22 июля у вас есть шанс, там уже должно будет выйти новое DLC, и этот ивент пропадет. Собственно, я объяснил вам, где что достать. Это не трудно, я думаю, вы поняли. Видео вышло коротким, надеюсь, я вам помог. Так что подпишитесь, лайкните, прокомментируйте. Приятно будет знать, что кто-то тебя смотрит. Всем большое спасибо, приятных встреч, до свидания.